Добрый день, друзья! Вот видите, это у нас следующий рассказ. Когда ты прячешь солнце, не грустно. Интересно, кто же это сказал и кто прячет солнце? Посмотрите, как тут красиво, гора, солнышко. И тут стоят у нас наши знакомые друзья, ежик и медвежонок. Над горой туман и розово-оранжевые отцветы. Весь день лил дождь, потом перестал, выглянуло солнце, зашло за гору. И вот теперь была такая гора. Было очень красиво, так красиво, что ежик с медведем, с медвежонком просто загляделись и ничего не говорили друг другу. А гора все время менялась оранжевым пересветом. Слева розовым, справа, а голубое стало сизо-синим и оставалось вверху. Ёжик с медвежонком давно любили эту игру. Закрыть глаза, а когда откроешь, все по-другому. «Открывай скорей!» – шепнул ёжик. «Очень красиво!» Теперь оранжевые растеклись узкой каймой по всей горе, а розовое и голубое пропало. Туман был там выше, и сама гора была будто опоясана оранжевой лентой. Видите, они стоят и любуются. Солнышко садится за гору, и все время цвета меняются. И все время получается разная картинка. Закроешь глаза, откроешь, и уже цвета поменялись. И так вот они стояли и любовались на закат солнца. Они снова закрыли глаза, и когда через мгновение открыли, вновь все изменилось. Оранжевое вспыхнуло где-то слева, и справа розовое вдруг появилось справа. Розово-голубое исчезло, и гора вся стала такой темной, торжественной, что от нее просто нельзя было отвести глаза. И ежик с медвежонком снова закрыли глаза, и открыли глаза, гора была покойной, туманной, с легким розовым отцветом справа. Но они не успели снова закрыть глаза, как этот отцвет пропал. Туманная, очень красивая гора глядела на ежика с медвежонком. И вдруг, или это ежику и медвежонку показалось, кто-то заговорил. «Вам нравится на меня смотреть?» «Да», — сказал ежик. «А кто? Кто говорит?» Шепотом спросил медвежонок. «Я красивая?» «Да», — сказал ежик. «А когда я вам больше нравлюсь, утром или вечером?» Тут и медвежонок понял, что это говорит гора. «Мне утром», — сказал медвежонок. «А почему?» «Тогда впереди целый день. И... А тебе, ежик, когда ты прячешь солнце?» «Мне грустно», — сказал ежик. «Но я больше люблю смотреть на тебя вечером». «А почему?» «Когда смотришь вечером, как будто стоишь там, на вершине, и далеко-далеко видно». «Что же ты видел сегодня?» – спросила гора. «Сегодня так пряталось солнце, а как-то так и не давал ему, а кто-то так и не давал ему уйти. Но я ни о чем не думал, я только смотрел. А я, мы то открывали глаза, то закрывали. Мы так играли», — сказал медвежонок. Быстро сгущались сумерки, и когда почти совсем стемнело, из синя зеленоватое небо вдруг оторвалось от горы, и вся она стала резко видна, черная, чернее на бело-голубой полосе, отделяющий ее от темного неба. Вот смотрите, ежик у нас стоит с корзинкой. Там у нас у него грибы. Всего вам доброго. Я жду ваших комментариев. До свидания.